Друзья, всем привет! Алексей Герасимов, привет большой, из города Ижевска. Заказывал у нас миди-систему вот в такой куликовочке. Его другу понравилось, и сейчас поступил заказ, заявка, спецзаказ даже, так скажу, продемонстрировать куликовочку и сыграть песню про коня. «Выйду ночью в поле с конем» для Алексея Захарова. С удовольствием исполню просьбу, передам привет всем группе гармонистов из Ижевска, передаю большой привет. Ссылочку, кстати, на Алексея Герасимова канал оставлю тоже в описании под видео. Он там играет, они там все играют, ну, где-то сам, где-то вместе, и на миди-системе. Ну, в общем, загляните, может, будет интересно. А теперь смотрите момент какой. Вот тут на куликовочке, видите, здесь два таких орнамента, а здесь один. В конце видео расскажу, что это за секрет, почему так. Что это за скрытые знаки. Ну, давайте попробую теперь про коня. Ижевск, привет! Ну и всем подписчикам, конечно, всем зрителям. И нашим постоянным подписчикам, и вновь случайным, так сказать, случайно зашедшим. Кому понравится, у нас на канале много разборов, много обзоров и так далее. Подписывайтесь, не забывайте. Поехали! Про коня, кстати, опять сейчас на меня начнут ругать, что много трындю. Последнее, все последнее, что я сейчас скажу. Про коня в оригинале послушал перед этим. В оригинале она в ми-мажор. Вот. И последний, по-моему, или один, или два куплета идет модуляция на... Ну, давайте, по гармошечному соль-мажор. Вначале ми-мажор гармошка, все равно, что гармошка ми-мажор, а в конце соль-мажор. А если по музыкальному, то вначале... Ой, ми-мажор забыл в миноре. Ну, ладно, кто знает, в комментариях напишет. Сразу резко вылетело из головы. А в конце ми-минор. А это у нас до-мажор. Это немножко не то, но попробую. Ну, давайте. Вначале, значит, он там низенько поет, а потом... Поехали. Давайте первый куплет просто сыграю, а потом... Пущу второй куплет и сразу третьего. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему. Поиграю, чтобы послушали гармошку.
Ну, в общем, за вокал сильно не ругайте, я не Расторгуев. Как могу, как могу. Так, ну что ж, продемонстрировал. И немножечко один куплетик на этой сыграю. Вот, а потом расскажу, что же это за разница в орнаменте. Так, рассказываю. Это, видимо, просто у художника было настроение. В один раз он одну нарисовал, а второй раз вторую. Вот я думаю, и в принципе весь секрет. А вы выбирайте из них любую, какая вам нравится. На связи. Всем удачи, музыки, добра. Ижевску привет. И группе гармонистов. Пока.